Через крах у війні кремлевская потвора изолировалась от своих элит. Про це пишет видання «Вашингтон-Пост». Соглашаемся на переговоры, когда Украина признает за Россию четыре области. Новые. Путин підійшов до 23-й річниці своего режиму у максимальной внешней и внутренней изоляции. И склалась она на тлі краху після 10 місяців війни проти Украины. Вторгнення та невдачі російської армії зруйнували економічні зв'язки Росії з Заходом, які вибудовувались десятиліттями. Що більше Російська Федерація перетворилась на міжнародного вигнанця, крім того, кремлівський диктатор за час війни значно віддалився від російських еліт. Серед неї виникає все більше запитань щодо тактики Путіна 23-го року після серії принизливих військових невдач цієї осені, за словами російського чиновника, чи не єдиний план Путіна, мабуть, полягає у постійних спробах змусити Захід та Україну розпочати якісь переговори за допомогою авіаударів по критичній інфраструктурі України. Автори матеріалу з посиланням на джерела в навколо кремлівських колах пишуть, що наразі Путін втрачає своїх друзів. Зазначається, що російські еліти розкололись. Одні прагнуть припинення війни, а інші вважають, що потрібно посилити ескалацію. Втім, наголошують автори матеріалу і ті, і ті не задоволені поточною тактикою Кремля у цій війні. Еліти не знають, у що вірити, і бояться думати про завтрашній день. Приймають поки щось. Он сохраняет управляемость своей страной. Фюрер до такой степени, что этих мобиков он может собрать, согнать в и более-менее отправить на фронт. Но мотивировать этих мобиков на фронте он не может. Внушить им идеи там, священной войны, вставая страна огромная, вставая на, на страшный бой, это, 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 это ничего не может. Это не может произойти, потому что это абсолютно противоречит тому, что люди видят вокруг себя. Так что это тоже карта бита. И третья вот надежда, он читает Запад. Он видит, он думает, что какое-то время вот партия не допустить поражения Украины будет сдерживать Запад отрицающего пакета вооружений, которые помогут Украине держать, держать стремительную безоговорочную победу и покончить с этим режимом и с Путиным. Раньше, вот, интересная эволюция, вот, я сейчас, чтобы закончить на ответ на ваш mm -hmm. вопрос, я хочу подчеркнуть, что интересная эволюция, эволюция произошла в планах, в расчетах Путина на Запад. Ведь только когда он осознал, ну, уже после Жест доброй воли после всего помните кстати каким жалким сморчком он был на параде победы такой да, под, под, он тогда был конечно в самом низу на самый сам глубоком падении своего настроя потому что ощущал провал колоссальный ну, и, и, он развернул тогда операцию громадную, которая была в премьер министра европейских государств, перемирие Перемирие, прекратить огонь, ну а что для него означало закрепить уже захваченное, и тем самым продать своему глубинному народу и своему окружению некую победу. Да, вот мы не захватили Киев, но вот смотрите, что мы успели захватить. Вот это продолжалось почти полгода. На это нас на... На... рассчитывал и достиг очень многого. Ну, Классическая визит драги. Макрона Штольцев, в Киев 16 июня с капитулянским, с капитулянским, планом итальянским перемирия и две высокодоговаривающие страны, Украина и Россия, начинают переговоры о спорных территориях. Ну, их послали по адресу русского корабля. Последняя попытка, это продолжалось несколько месяцев, последней такой попыткой был приезд лидера партии не допустить поражения Сальвана в Киев 5 5 ноября. На этот раз эта партия была намного осторожнее. Вот все утечки американской прессы, они свидетельствуют о том, что Соливан, это Соливан представляет не позицию всей администрации, а как бы свою личную, и едет ничего не предлагать, а прощупать обстановку, прозондировать, посоветоваться и так далее. Мы ну, с ним очень твердо посоветовались и все. И после этого вся вот эта голова с переговорами закончилась. Я напомню, что 12 октября и 12 декабря дважды состоялись саммиты Большой Семерки, превратившиеся в саммиты Большой Восьмерки, которые приняли решение, во-первых, назвали Путина военным преступником, и, во-вторых, одобрили полностью план Зеленского, Восстановление мира, которое тем самым превратился в ультиматум Большой Восьмерки. Уход со всей оккупированной территории, гарантии безопасности, репарации суды над военным преступником. И от этой позиции политической Запад уже отступить не может. Поэтому надежды Путина, они гораздо скромнее здесь. Он понимает, что на переговоры его никто с ним не будет переговаривать на эти приятные для него темы, как это ему удалось еще с Аркази в Грузии, а потом с Аландом и, и Меркель в Киеве закрепить уже совершенный территориальный захват. Поэтому его расчет вот тройной сейчас. Что первое, что партия не поражение Украины будет блокировать решающий пакет вооружений. Раз. Второе, он будет бить по украинским городам, надеясь все-таки на какой-то внутренний кризис, внутренний кризис в Украине. И третье, он у него есть потенциал миллиона мобиков, которых можно бросать, там, затыкая всякие дыры, в, в том числе, возможно, он подумает об авантюре наступления через Беларуси. Вот э, таковой, таков его сейчас, такие его прогнозы. Mm -hmm. Не его прогнозы, такой он реальный план действия. Это видно его и по его заявлениям и действиям на сегодня. Включая mm -hmm. вот так называемое обращение к нам. Вы видели уже? Я видел. Да, где? видел, видел, я посмотрел. Да, вот между О, прочим, я военный, единственное, что там было и обращение, э, очень за, э, любопытный текст такой, что дорогие мои, вот э, у вас все-таки есть зарницы счастья, вот вы можете подыхаете там за меня, но мы за нашим праздничным столом обязательно выпьем с вами бокалы, и он с этим шамп. Ну понимаете, вот вчера Проханов с восторгом и надеждой, но он об этом мечтает уже лет 30. И, похоже, говорит, из Путина проклевывается наконец Сталин. Да, Сталин, ну, да. Сталин чудовищный негодяй, конечно. Но это масштабный негодяй, который не Нет, смог спонсировать с бокалом сампанского в новогоднюю ночь 42 -го года. Он понимал что он ныне лежит на весах и что совершается. Даже хотя у Сталина-то как раз два года 1942 года было повод, что отметить. Несмотря на чудовищное поражение, была победа под Москвой. Вот. А никакой нахер не Сталин из него вылупляться. Подворотная шваль из, из Питерска. Из и вылупляться не нужно. Она как была, так и осталась. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.